какими трудностями сталкивался рядовой студент-разночинец по дороге из дома в университет? Что могло угрожать его жизни и без чего нельзя было выходить из дома? Об этом запустил подкаст «Музей истории Казанского федерального университета». Главными персонажами наших подкастов будут герои прошлых и нынешних эпох, живших, творивших и вытворявших в стенах Казанского университета. Проект получил большой отклик со стороны слушателей, более 14 тысяч просмотров и положительные отзывы. Подготовка текста заняла действительно много времени, так как мы основывались на источниках, то есть это несколько недель, так или иначе мы к этой теме обращались. Если быть честным, жить стало гораздо проще, гораздо. То есть если кому-то кажется, что сегодня есть какие-то трудности, послушайте наш подкаст, особенно вторую часть, которая будет, вы поймете, что сейчас все гораздо легче. Основа для подкастов – опубликованные в разные годы исследования по истории Казанского университета и материалы, хранящиеся в фондах Музея истории. В следующих подкастах будет продолжена тема студенчества разных эпох. Это вопросы образования и повседневной жизни. Остается актуальной проблема участия студентов в антиправительственных акциях, а также роль студенчества в решении общественно значимых проблем. Безусловно, представляет интерес тема о жизни Казанского университета в годы Великой Отечественной войны, студентах, выпускниках и преподавателях университета, сражавшихся на фронте. Подписывайтесь на группу «Музей Казанского университета». Добавляйте подкаст в избранное, чтобы не пропустить новый выпуск. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.